Всем привет, друзья! Лания 24 канал. Сегодня поедем в Сиде. И расскажу вам, как добраться из Алании. Ну и просто посмотрим, что там есть. Походим по этому крутому городу. Сейчас я нахожусь на автостанции в Алании. Это не тот автовокзал, про который у нас было там прошлое видео. Это конечная остановка всех далмушей, вот таких небольших маршруточек, которые ездят. Именно отсюда отходят автобусы в Манавгат. Ну вот мы и добрались до Манавгата. Дорога заняла примерно полтора часа. Обращайте внимание, что автобус очень часто останавливается около всех возможных отелей и постоянно подбирает и высаживает наших российских туристов, которые едут из Алании там в какой-то свой отель, и поэтому так долго, очень частые остановки. Ну, по дороге вы увидите горы, вот сейчас включу так фоном вам эти пейзажи, горы, отели, в общем, ну, такой неплохой, красивый вид, а с другой стороны море. Автобусы удобные, комфортные, кондиционера там, конечно, нет, но так сверху вот можно включать прохладу небольшую. В целом все, теперь мы приехали на автовокзал Манавгата. Вот наш автобус. Кстати, билет стоит в районе 15 лир. 15 лир от Алании до Манавгата, от автостанции Алании, которая в центре находится, где конечная всех далмушей. Вот теперь нам нужно найти наши автобусы, которые едут в Сиде. Вот на них тоже есть вот такие таблички. И можно подойти и спросить, какой отправляется раньше всех, и вас проводят и посадят. Пойдемте. Теперь надо доехать до Сиде. Вот на этом поедем на автобусе. Сейчас узнаем, сколько стоит. На самом деле можно просто подойти вот к тем дядькам, они там сидят, и они вам покажут, какой следующий едет. Вот мы едем втроем, и как только сели маршрутку, она сразу же поехала. Поэтому сегодня у нас личный водила. Душновато, так довольно, но ехать недолго. Примерно минут полчаса, наверное. Сиде встречает нас хорошей такой жарой, градусов, наверное, 26-25, и не облачко на небе, он летает, как какие-то штуки там. А мы идем смотреть все местные достопримечательности, которые так любят туристы. Это античные развалины. И, конечно же, сейчас покажем вам тоже все. We'll be right back.
Вообще, я здесь уже второй раз. Первый раз я был прошлой осенью, это было в ноябре где-то. И туристов было тоже мало, и сейчас тоже мало, но сейчас еще сезон не начался, потому что только конец апреля. Не знаю, как здесь в мае. Кто был, напишите, много ли народу, удается ли сфоткать красиво. В общем, расскажите, кто был здесь в сезон. А так, мне здесь очень нравится, потому что я сам историк и обожаю античность. Очень круто, что они все это сохранили, что стараются как-то поддерживать. Помимо самого старого города и достопримечательностей, здесь и в целом довольно мило. Вот посмотрите, магазинчики, домики. Сиде достаточно дорогой город, конечно, ну даже по сравнению вот с Аланией, но они зато здесь сделали довольно неплохие общественные такие пространства с лавочками, где можно посидеть, укрыться в тени немного, смотря на прекрасные, красивые развалины. Вообще, конечно, очень круто, что они здесь сохранили все достопримечательности, постоянно их реставрируют, поддерживают. Это, конечно, главная визитная карточка города. Вот. Ну и так довольно органично они здесь вписали кафе и общественное пространство. Прикольно это смотрится. Мне, как историку, очень интересно здесь бродить, ходить и смотреть. Атмосферную сувенирную лавку. Посмотрите, какая красота. И довольно дешево. Тарелочки. Соусы. Ну, соусы я бы здесь не стал покупать. Это лучше на рынке купить. Но вот посуда очень прикольная. Очень красиво все выставлено. Еда, коктейли, пивасик, красота. А вот небольшой галечный пляж здесь. И чувствую, пахнет рыбой, и где-то здесь продается балык и кмек 100%. Скорее всего, они здесь эту рыбу ловят и продают. Советую вам попробовать балык и кмек. Это такая рыба, ну, обычно продается вот в порту. Вкусная, самая свежая, они ее ловят, на гриле прямо жарят и в хлеб ее за. Как будто такой рыбный хот-дог получается. Очень вкусно. Умели же строить люди, не то что сейчас. Грустно это все. Yeah!
несколько минут назад вам рассказывал про балык и кмек. Зашли все-таки перекусить. И вон чувак жарит эту рыбу. Она свежевыловленная. Обратите внимание, что все вывески сделаны в целом в одном стиле, и нет никаких ярких цветов. Все сделано абсолютно одинаково, отличается только вот кто-то может добавить себе небольшой знак, логотип, но цвета и шрифт у всех магазинов один. Это называется дизайн-код, и сразу улица выглядит намного симпатичнее, красивее, и можно обращать внимание на достопримечательности, а не на... Ну и любоваться архитектурой, а не смотреть на ярко-желтые, красные, синие вывески, не отвлекаться на рекламу. В общем, можно прямо погрузиться в атмосферу города. Здесь CD это сделано очень по-европейски и очень не по-турецки. И очень красиво. Ну что, время 5 часов, а это значит, что пора уже возвращаться домой и ехать обратно в Аланию. В общем, CD обязательно к посещению. Добраться до сюда очень дешево и быстро. В целом можно выехать утром, часов в 10, в 11 утра выезжайте. Садитесь на автобус до Манавгата, потом до CD на маршрутку. И стоит посидеть, конечно, посмотреть, прогуляться очень клево, красиво и интересно. Кстати, в описании оставлю ссылку на наш сайт alania24.ru. Там подробная, как всегда, подробная статья про CD, как добраться, все локации, откуда выезжают автобусы. То есть прямо на карте все отмечено, все фотографии, описание. В общем, в текстовом формате то же самое, что вы сегодня увидели в видео. Заходите в описании, переходите на сайт. Если у вас есть какие-то вопросы, то спрашивайте в комментариях. Предлагайте, на какие темы еще снять видео. Пишите, в общем, ждем вас. С вами был Александр, Alania24.ru. Вам хорошего отдыха, всем пока.